2 300 на как это говно называется? На получасе? Это может быть разный рейтинг, но это 2250, 2300 вживую. Почему какой-то радостник, объясни? Ну, это не знаю. Ну, разные бывают, 2300. 2300 это же не профессионалы, по сути. Фер, вот теперь видишь, он все-таки тогда хотел так пойти. Угу. 2. Получит слон b4. Что он получит? Слон b4. Это напоминает какую-то будапештскую эту систему. Уродливую. Ну, спасибо, ты меня знаешь, ценишь мою игру. Так, а что здесь надо делать? Слон b4. Знаешь? Надо так играть все-таки. Ну, так играет в будапештском гамбите. Но слон g5, f6, я понимаю, что выглядит кошмар, ты думаешь, как там работать? Тут еще d6 есть, вот и f6 тоже, как играем? f6? Конечно, f6. Слушай, вот эта партия тебе должна нравиться своим дебилизмом. Ну, выбивай на f6. Ну, тут возьмет, но это не страшно. Королем. Ну, он должен на c7 брать, иначе можно забыть его. D5. Он решил забыть о хорошем окончании, ты парень. Нет. D5. Ну, может, идея в том, что на 2 напал пока, но... Мне все равно не убеждает этот. Давай защитим, давай вот эту жирную пешку защитим. Сейчас он он опять не берет. Что ж ты? А, он хочет на D4 все-таки забрать в итоге. D5. D5, конечно, нет смысла. D5, ну нет смысла D5 играть. Нам нужен белопольник. Мы можем D6 тогда пойти. Ладно, тогда у него не все так плохо, если честно. Хотя за пешка, видишь, я все равно цепляю за пешку. То есть идея была тут поменяться. Белых 2 слона, но у меня личная пешка. И 3-0. И 3-0. Ну, никакой атаки тут речи не идет, скорее нас будут атаковать, но пешка тоже что-то должна значить. Нет. В целом, мне кажется, им надо забрать на c5. И потом уже использовать по полной силу своих слонов. Ну, что-то другое дело. Это шах. Не уверен, что это шах хорошая идея, но сильно плохим такой ход тоже быть не может. Слон b6 просто на всякий случай, профилактика. Да, он загнал слона на a7, не знаю, что это дает белым. Кроме морального удовлетворения. Так, сюда. Была вообще идея крутая с... А нет, не было. Ладно. Где e5 пойду? Вы можете разноцвет сейчас получить. Видимо, в этом его идея. Может быть, может завел ладья f8, поэтому пойти. Вот на свете у белых кое-какие шансы скачать есть, да? Ладья e8 теперь. Да, ну поэтому без идеи взять ладья. Если он берет, то я играю fe, понятное дело. Теперь а ладья так вот... e6, ой, e3. Вот лучше, может, сначала e4, потом g3, потом ладья e3. Может или быть. Нет? Давай попробуем. Уродливейшая площадка. Кстати, не, ну площадка очень... Дебют двух коней. Площадка очень красивая, она именно красивая, она прям как чесбейс выглядит. Ну, конечно, вот с лагами немножко тут беда. Ну да, коню нужен пункт f5. Может быть, он тут нужен, на самом деле. Я не уверен, что я правильно играю, но... Что-то делать было надо. Он хочет ладья g3. Ой, f3. F3. Ну, пусть заходит, а я ладья e1 пойду. Там начнут грозить вилки. Меня напрягает, что он, в какой-то момент я могу сам вилку получить. Конь e3. Залезли. А он сюда заберет. Кстати, хорошо сыграл. Может быть, вода не... Ладно, у меня ладья h1 есть сегодня, тогда все нормально. Вообще, вот сейчас, наверное, он чувствует мощь. Чего? Чернопольного слона. Может быть, вот давай я отдаю пешку, я хочу, чтобы он, как ты сказал, чтобы он почувствовал мощь чернопольного слона. Наверное, конь c2 работал все-таки, нет? Так, а это шах? Конь c2 работал или нет? Нет. Почему? Ну, потому что не знаю, в чем идея. Ну там просто d3, скрытый шах. Нет, вряд ли это все. d3 какой? У меня пешка на c5 еще стояла. Ты о чем? Нет, это было до того. Ну ладно, у меня 23 секунды, уже нет времени это обсуждать, да. Позиция выиграна, но в итоге я проиграю, скорее всего. А вот тут у белого беда с ходами, если честно. Может,
ты не проиграю. Коль, слон f5, видимо, надо играть. И d3. dc. d4. А нет, d4 нельзя. Почему вот эти съесть уже, чтобы материальный перевес был точно решающий? Он шахом... А, нет. Ну погнали, пешки. Мне не нравится, что ему король отсечен, но пережить это можно, я думаю, все-таки. Слон f2 грозит. Допускается на f2. Ну тогда я должен успеть. Еще одно важное преимущество этой площадки в том, что, конечно, премув. Ну все, ферзь плохо захода проходит. Ну погоди, сейчас начинаются лаги. Да, кстати, почему-то я сюда подцепну. Он решил не доводить. Ну, это первая более-менее относительно нормальная партия. Играем еще одну? Нет. Ну, давай сыграем. Так я уже отказался. Теперь только с другим.